Здравствуйте, меня зовут Илья, я являюсь главным технологом компании Русавтовак. Сегодня хочу вам показать такое очень интересное устройство. Оно называется устройство по закачке полупродуктов. Значит, что для этого нужно? У нас есть подготовленное базовое покрытие. Вот, и есть такой аэрозольный баллончик полупродукт, называется. С помощью самого устройства мы закачаем базовую краску в этот полупродукт. Делается это очень просто. Первым делом вот этот стакан вставляем в аэрозольный баллончик. Здесь у нас подготовлено базовое покрытие краска. Обязательно перемешать. И до риски наливаем 100 мг. Так, в этот стаканчик входит 100 мг. Это вот как раз здесь вот есть риска. И аккуратненько устанавливаем установку. Закрываем и начинаем закачку. Закачиваем до красной стрелки и опускаем. Аккуратненько достаем, одеваем кэп. И обязательно нужно встряхнуть перед использованием. Вот так вот несложная операция, которую нужно провести для того, чтобы закачать краску полупродукта.